Ну, я хочу поблагодарить и Московский дом национальности, который сегодня организовал такую хорошую нам встречу с нашими коллегами. Слово предоставляется председателю комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальности при правительстве Москвы Дроздову Федору Георгиевичу. Пожалуйста, Федорович. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень важно сегодня на нашем семинаре разобрать отдельные элементы нашей жизни, так, чтобы внести дальше пользу. В части миграции есть очень много проблем, вот мы в кулуарах обсуждали. Эти проблемы, казалось бы, частичные, 1, 2, 100 человек. На самом деле участвуют в этих проблемах тысячи человек. Тысячи, и каждый месяц они все усиливаются и усиливаются. Такая система отношения к мигрантам, она никак не годится. Ее надо менять. Это, я считаю, что это такое вредительство, которое ну, незаметно, но как спичка. И так между людьми хватает вопросов в житии, что это не так, там не так. К сожалению, эта беда такая большая, и им этим надо заниматься и более плотно, и на практике. Что касается здоровья, также есть очень много вопросов. Я здесь видел экспертов, специалистов, я думаю, сегодня тоже выступил. Есть очень много предложений, но эти предложения не продвигаются дальше и буквально останавливают на первом шаге. Хотя есть люди, патриоты, и защитить людей, которые приезжают к нам в Москву или Россию, и даже в том числе нести пользу не только здоровью, но в целом в отношениях между людьми. Это очень важно, потому как если между людьми есть предпосылки конфликтов, то уже безопасность, к сожалению, под вопросом. Общественная безопасность – это такое дело, вот я там посмотрел, есть разные определения, но я хотел бы внести свое такое. Общественная безопасность – это система духовно-нравственных отношений между людьми. Если это не так, или где-то это сбой, то все, между людьми возникают совершенно другие условия уже выживания. Соответственно, и угрозы разного толка и порядка. Поэтому надеюсь, что наш семинар будет продуктивный, и в конце мы сделаем выводы и возьмем на вооружение то самое лучшее, что будет предложено. Спасибо.